Что мир знает о КАМАЗе? Что КАМАЗ – крупнейший производитель грузовиков в России. Что стратегическим партнером КАМАЗа является всемирно известная компания Daimler. Что КАМАЗы – неоднократные победители внедорожного ралли «Дакар». Что мы знаем о КАМАЗе? Что КАМАЗ – социально ответственная компания. КАМАЗ – бюджетообразующее предприятие города. КАМАЗ – это мы с вами. И значит, мы ответственны за репутацию своей компании. Работники КАМАЗа не принимают участие в действиях, порочащих репутацию компании, а также не допускают бездействия в случаях недостойного поведения других людей. Эти качества являются залогом благоприятных отношений в трудовом коллективе, а также гарантией открытости и доверия со стороны внешних партнеров и клиентов. Мы говорим о честности и порядочности. Здравствуйте. Здравствуйте. Почему опаздываем? Вы откуда знаете, что это болтовня? Вы же не бываете, где бываю я? А вдруг в самом деле? Я проспал. У тебя уж нарушений не было, чтобы это был первый, последний раз. Спасибо. Уважение к коллегам, дисциплинированность и ответственность, постоянное совершенствование и стремление к улучшениям во всем всегда и везде – такими качествами должен обладать каждый работник КАМАЗа. Компания ценит и поощряет своих работников, деятельность которых является залогом ее успеха. А также обеспечивает безопасные условия труда работников. Ha 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 ha
Чиновники используют и управляют имуществом и финансовыми средствами компании компетентно, эффективно, честно и исключительно в служебных целях. In wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one." И помни, во взаимоотношениях с внешними партнерами наша задача обеспечить долгосрочное сотрудничество и производство качественного продукции. И помни, во взаимоотношениях с внешними партнерами наша задача обеспечить долгосрочное сотрудничество и производство качественной продукции и услуг. Мы производим рестайлинговые КАМАЗы. Их внешний вид выгодно отличается от других грузовых автомобилей. Встречают всегда по одежке. Вот поэтому внешний вид работника компании всегда должен соответствовать рабочей обстановке. Для женщин к деловому стилю одежды относятся в первую очередь юбочные и брючные костюмы в сочетании с блузками и жилетами. Для платья и юбок рекомендуется средняя длина. Главными элементами одежды мужчин являются деловой костюм, рубашка и галстук. В жаркое время допускаются рубашки с короткими рукавами без галстука. Для всех работников не допускается спортивная, пляжная и домашняя одежда. Умеренность – главный принцип внешнего вида. В случае использования спецодежды необходимо следить за ее чистотой и аккуратным видом. Внимание! Кодекс един для всех и обязателен для исполнения. К работникам, нарушившим настоящий кодекс, могут быть применены меры морального осуждения или дисциплинарного взыскания. КАМАЗ – открытая компания. В ней каждый может проявлять свою инициативу. Предлагайте улучшение производственной деятельности и корпоративной культуры. Out the door, just in time. Head down the 405. Gotta meet the new boss by 8 a.m. The phone rings in the car. The wife is working hard. She's running late tonight again. Well, I know what I've been told. You gotta work to feed the soul. But I can't do this all.